наконец-то после троих суток отработанных можно вернуться домой, отдохнуть, чисто почилить, потому что я очень-очень сильно устал. Ой, дом, милый дом, как я по тебе скучал. У меня была, ребята, просто очень тяжелая поездка, я ездил, решал там дела, понимаете, бизнес, всякое такое. Олежа! Нет. Олежа, нет. Где ты? Нет. Олежа, я тебя в кроватке уже давно жду весь вечер. Олег, что в трусишке твоих любимых сердечко. Что ты делаешь, Олег, у меня дома? Олег, мы с тобой договорились на романтик, что у нас вечером будет секас. Что? Я такой первый раз слышу, с кем ты договаривался. Олег, смотри, я твои любимые. Олег, я твои любимые сердечки надел. Вот, смотри, да, эти трусишки. Ну, ладно, пошли. Раз так, пошли. О, другое дело, с ним пошли. Короче, друзья, вот, всем привет, панфики, с вами сегодня Костя Кофе, Андрюша и Дипай. И мы продолжаем играть сегодня на первом сервере мира в GTA 5 RP. Семья у пацани. Не, Андрей, а реально, что ты у меня дома-то делаешь? Скажи, пожалуйста, я что-то... Мы с тобой договаривались на романтик. Да где мы с тобой договаривались, а? Олег, иди в кроватку, вставай в позу. Какой ужас просто! Какой кошмар, Андрей, ты что прикалываешься? Иди сюда, вот. Весь вечер, алё, мы договорились вечером. На, давай, держи. Сейчас как бы день, ну ладно. Короче, Андрей, ладно, давай оставим это на... Олег, давай. Нет, Андрей. Выполняй свой долг. Андрей, на нас смотрят наши зрители, нет. Ты что, с камерой пришел? Ну да, ну видишь, у меня GoPro. Ты что, ничего не сказал про это, идиот, бля, удаляйся нахуй. Это камера, Андрей. Короче, идиот, Андрей, давай, смотри, давай оставим это утехи на потом, как бы, да? Уйди, я одеваюсь, выйду, отойди. А что, подглядывать нельзя? У меня в ванной комнате, кстати, смотри, так же камеры стоят, так что, о, ничего себе, так быстро переоделся-то, как молния. Короче, Андрей, смотри, я сегодня предлагаю чем заняться. Я бы хотел сегодня устроить день подписчику. Вот, и 24 часа говорить ему только да. Вот что он попросит, мы все это будем делать. Ты как вообще хочешь? Даже если он захочет секс с тобой? Даже если так, 24 часа говорим подписчику да. Вот, только смотри, Андрей, проблема в том, что нам нужно найти того самого подписчика, который действительно этого заслуживает. Вот, поэтому я предлагаю, смотри, мы сейчас выходим с тобой из дома, ищем того самого чувака, и уже все, и просто мы делаем сегодня реально день. Так что поехали, давай. Так, Андрюх, смотри, нам где-то нужно его найти. Какие вообще есть варианты, где его можно найти? Скажи, пожалуйста. Смотри, у меня есть такой вариант, что его можно поискать у своего бизнеса, да, потому что я очень часто встречаю подписчиков, которые стоят у наших высоко. А, реально. Либо у нашего дома, но там нашего дома сейчас происходит полная шесть, там очень много людей, поэтому одного человека выбрать не получится. Вот, поэтому нам нужно найти какое-то более-менее людное место, где можно было бы найти. Или поехать сразу на ярмарку, слушай, на Булушку, может быть, там кто-то будет, типа, узнает нас. Не, типа... на Булушке будет очень много криков, не-не-не, это... Ну, хотя можно и там, конечно, попробовать, но там будет пиздец ору, блядь. Ну, давай, там... ладно, сначала, короче, подъедем по нашим бизнесам, проедемся, может быть, там будет просто кто-то стоять, если... Сначала к моему едем, это нет, сначала едем как раз-таки к не, моему. Олег, ну, мы в твою убыточный не надо. В смысле, мой убыточный? Секундочку, не понял. Ты знаешь, сколько мне говно денег уже бизнес принес, Андрей? Я, Дина! Вообще, я миллионер, понимаешь? Это как бы все, Андрей. Вот, смотри, здесь как раз таки. Опа, так, смотри. Опа, смотри, чувачок стоит. Чувачок стоит прям, смотри, вот чисто. Ну, блин, знаешь, что, хочется найти прям какого-нибудь бедного прям парня, у которого вообще прям ничего нету. Но он не смахивает на богатого тоже. Здорово, тезка. О, здорово, тезка, Олег, тебе сзади подошли. Здорово, здорово. О, ты со мной поздоровался. Да, здорово. А ты где работаешь? Я нигде. У тебя денег много? Нет. О, опа! Так, братан, смотри, у меня для тебя есть эксклюзивное предложение. Не хочешь прокатиться с нами? Я тебе расскажу поподробнее про нашу сегодняшнюю акцию. В принципе, можно, сейчас только я спецсвязь выключу. Да, конечно, давай, мы подождем. А, Андрей, вон, смотри, Олег, короче, ты спрашивал, да? Насчет... Ребят, если кто не знает, то вот это мой магазин, как бы, да, здесь можно приобрести самую качественную эксклюзивную одежду, которая только есть на этом сервере. Вот, вообще. Самая дырявая одежда. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что прибыль у магазина сейчас 10 миллионов баксов. Это большая сумма денег, и Олег, в следующей серии я буду покупать тачку на розыгрыш именно на эти деньги. Вот, друзья, поэтому, если вы хотите, чтобы тачка на розыгрыш стояла еще дороже, то все зависит лишь только от вас. Потому что все эти деньги пойдут именно на вас. Так что, друзья, спасибо вам реально огромное за это. Все? Слушай, ну, мне он уже нравится, на самом деле. Поехали. Ну, мы выцепили его грамотно. Поехали. Да, во-первых, он стоял у нашего бизнеса. Это уже хорошо. Во-вторых, его так же зовут, как и меня, Олег. То есть, тезка. Это прям вдвойне приятно. Ну, вот. И тем более у него ничего нет. Так, давай иди сюда. Вставай на сцену, короче. Мы сейчас с тобой поболтаем немного, поговорим с тобой. Вот. Собственно, я расскажу тебе про ту самую акцию, которая у нас сегодня проходит с Андреем. Вот. Но скажу сразу, это не...
Андреем! Все будет хорошо. Это такое типа похищение? Нет, нет, ты что? Не-не-не, братан, ты еще вообще... Мало ли, друг. Не-не-не, все будет нормально. Так, ты сказал, что у тебя нету машины, правильно? Не, машина есть вообще. А какая за тачка у тебя? Так, у меня есть румпа, вот ты около нее был, такая синяя, я за вами ехал. А сколько она стоит, Ну вообще столько, то есть если покупать обычную машину. Ну недорого, пока это нормально. И еще Xeon Classic за 40к почти. Так Олег, ну у него вообще машины такие. Так, а дом есть у тебя? А дома нет. Дома нету. Окей, значит, смотри, у нас сегодня просто проходит акция, 24 часа, говорю подписчику, да. Ну ты же знаешь нас, да, по-любому, кто мы такие, как бы, да? Да, 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 именно поэтому я и был около вашего дома сразу. Реально? Серьёзно? Красава. Мне друг сказал, что ты в сети появился, я сразу помчался. Фига, молодец, вот это похвально, красава. Да, короче, смотри, у нас сегодня акция, 24 часа, говорю подписчику, да. Вот, и так получилось, так сошлись звезды, что тот самый подписчик это ты. Вот, поэтому сегодня мы с Андреем, твои помощники, мы говорим тебе абсолютно да на любой твой запрос. Не знаю, хочешь купим машину тебе, хочешь поселим у себя дома, не знаю, порешим вопрос твоим жильем. Любой твой запрос, мы на это говорим да. Поэтому твоя задача просто говорить нам, что нам нужно делать, и мы все это будем делать. Да, трудно. Трудно понимать, да, неожиданно. Ты счастливчик, ты понимаешь, один из тысячи человек, кому просто посчастливилось попасть в эту акцию. Да. Вот, поэтому, если хочешь, чтобы мы обновили твой автопарк, вообще с удовольствием. Если хочешь, чтобы мы тебя поселили, например, у себя дома, чтобы у тебя была хотя бы какая-то крыша над головой, вообще без бэ. Если ты еще попросишь о чем-либо, мы это все выполним, но только сегодня, и у тебя есть ограниченное время на это. Поэтому я бы на твоем месте поторопился, так сказать, и вот, и уже придумал бы что-нибудь интересное. В принципе, можно ли к вам... нет, у меня варн стоит, я забыл. Даже не знаю. Давай... Какой-нибудь автомобиль, ну не супер дорогой. Ага, блин, мне он уже... Хорошо, давай, скромность. Поехали тогда в автосалон. Давайте я сначала... штрафы. Свою машину продам. А, да, а штрафы значит, есть? Штрафов, наверное, есть. Ну, слушай, смотри, если есть, хочешь, мы можем заплатить за твои штрафы, я тебе просто деньги скину, и как бы... Да не, у меня, в принципе, на штрафы деньги есть. Блин, мне он нравится, Царикун скромный, Андрей. Он просто максимально скромный, то есть он может абсолютно любой попросить, но он вообще, он говорит, ну давайте машину купим, но все равно недорогую. Так, ну что, шеф, говорите, куда ехать. Это ваш Uber. Полицейскому участку, окей, все, погнали. Слушай, а такой вопрос, а какую бы тачку ты бы себе хотел вообще? На самом деле не знаю, то есть супер дорогую, конечно, прям не надо, то есть Маклара мне не нужен. Хорошо. Наверное, какую-нибудь, то есть Ешку, не более этого. Ну Ешка, кстати, Ешка относительно, стоит... ну нормально, она сколько, она там 2 миллиона, 3 миллиона? 2 с чем-то, ну да, она нормальная тачка. Ну да. Бля, ну Ешку, да, Ешка очень стильный вариант. Ну конечно. Игуан! Блин, ну, прикинь, сейчас нам его повяжут, у него звезды какие-нибудь. Ты прикинь, как мы подняли человеку настроение. Даже если одному, все равно это круто. Олег, ну ты прикинь, его сейчас там примут в полицейском участке, у него там розыск какой-нибудь. Прикинь, это особо опасный преступник, и мы его перевозим, знаешь, типа. Бля, смотри, чувак на клюве как припарковался рядом, хорошо подвинулся. Как будто здесь и не было вообще. Вообще пиздец, это клюква ебан. А, он здесь типа тачки свои паркует, да? А, да ладно. Тут типа твой гараж, да? Да, как мне войти? Как он мне вошел? Здесь типа твой гараж, а ты здесь типа контуешься еще, да? Олег, а мне здесь закрыто? Ну, нет. В смысле, у меня тут открывается гараж. Лоу, не, все прикольно, так, личный гараж. А, ты все, ты продал ее? Ну да, в принципе. А, то ты ее прям так в государство слил, да? Короче, понятно. Ну да, мне. Ну давай, садись, поехали. Ебать, прикинь, чувак просто взял, продал ее. Поехали. Ну, знаешь, Андрей, учитывая то, что он сейчас получит, как бы, знаешь, я бы тоже моментально продал, бы даже не сомневался бы, понимаешь? Да ладно, промо, на самом деле пошутили, нет никакой акции, так что... Ну ладно, я шучу, пранк, ты продал машину просто. Шучу. Все нормально. Так, все, едем. А продай вторую машину. Так, какую ты, смотри, ты как бы можешь выбрать, в принципе, абсолютно любую машину, как бы все равно в пределах разумного, как бы, да, вот, в этом салоне, вот, так что ты можешь, в принципе, выбрать сейчас тачку любую, как бы, да, и сказать, какая тебе больше всего нравится. Давай, чтобы я сам купил, может тогда лучше 3 миллиона дать, чтобы там, может, еще на что-то. Да, давай, окей, хорошо. Так, я тогда ему сейчас даю деньги. Да, Олег, когда не придется заморачиваться. Сейчас, прикинь, деньги даю, и он выходит просто, прикинь. Бля, было бы обидно. Так, смотри, Андрей, я делаю сейчас опасную операцию, я ему передаю 3 миллиона баксов.
Все, спасибо. Я ему передал деньги. И выход нахуй. Так, давай, мы тебя ждем здесь. Давай, пойдем на парковку сразу вот сюда, Олег, машина здесь появится. Да, давай. Как думаешь, Олег? Я сейчас сразу туда парканусь. Мне кажется, он все-таки Ешку возьмет. Здесь, кстати, какая-то Ешка стоит. Мне кажется, тоже, что он Ешку себе возьмет. А это не его Ешка уже куплена? Не-не-не, она здесь стояла. Она, видишь, уже грязная к тому же. Ну да. Прикинь, он сейчас реально... А, вот, смотри, он купил, вот, зеленая Ешка. О, зеленого цвета, смотри, какая, а. Да, цвет неудачный, надеюсь, он перекрасит. И, раз это ведь видео сейчас момент попадает, да? Да. Желаю всем, те, кто смотрит кофе, удачи. О, ну ты прям молодец, слушай. Андрей, ну он мне нравится все больше и больше, слушай, прям красавчик. Да все, все, так, давай, ну все, поехали. Заводи, давай мы поедем вместе с тобой. Так, давай, Андрей, давайте садись. Какой-то там дешевенький дом в мировом парке, я думаю. И на этом... Дешевенький дом? Сейчас домов дешевеньких не бывает. Давай. Мирор парке... А, ну я понял, я знаю, где это находится. Ну давай, ехать тогда туда. Это там, где еще озеро, да, посередине парка? Да. Там как раз, там много домов стоят на продаже, как бы, вот, поэтому. Ну, Андрей, ну раз уж мы взялись это такое дело, то как бы нужно, в принципе, выполнять, ну, как бы, условия, да, с нашей стороны. Господи, твой ларька, Олег, это, конечно, сильно, да. Слушай, ты мой ларька, для твоей помойки это много, Андрей, который ты там татуировки делаешь, непонятно из чего. Или вот этот, который, смотри, это, в принципе, неплохой. Блин, это красивый. Пошли посмотрим, сколько стоит. С навесом. По-моему, 4 миллиона. 4! 3,5! А, давай еще что-нибудь посмотрим, так просто ради интереса. Денег не хватило. Блин, ну это очень, это прилично. Блин, ну конечно, вот, давай вот это посмотрим, сколько он стоит. Подожди, мне очень интересно. Не знал, что дома так дорого стоят. А, что такое дом уебище? 2 ляма! Вот, смотри, вот это нормальный домик вообще, ну. Смотри, 1,5 миллиона. Вот, уже слушай, лучше. Смотри, а как тебе такой домик? Смотри, неплохой. Рассмотреть все варианты, чтобы время вышло, и я не успел. Не-не-не, все нормально. Все нормально, не переживай насчет этого. Дом ты себе покупаешь точно уже. Ну смотри, как бы неплохая территория. Смотри, тут даже дерево растет, как бы, да. Я не панда, дерево мне не поможет. Нифига тут так-то, смотри, мажоры живут. Смотри, там справа Гэттер, Рейнджер Ровер стоит. А, вот, вот этот домик. А, вот это, вот этот. Он, кстати, такой же, похожий очень. Сок стоит. 1,3 миллиона, еще дешевле. Смотри, еще дешевле, отлично. Мне кажется, мы ее залям здесь спокойно. Там еще и бассейн есть, смотри. Сейчас, подожди, я до соседнего, Алекс, бегаю, пока посмотри. Офигенный дом. Там он дальше сюда пробегал. Где, вот это дом. Просто семья, где? Вот это просто, да? Да-да-да, вот это. Вот тут вот. Не-не, Олег, вот этот. Вот этот? Миллион. Ну, блин, что домик такой себе, на самом деле. Давай, стой, дай мне руль быстренько, я сейчас быстренько прокачусь, короче, вокруг всего этого района, посмотрим еще все варианты. Не, ну просто хочется купить, как бы, ну, нормальный дом все-таки. Ну и хороший вариант, но и недорогой, да, хочется. Можешь завести ее, пожалуйста? Ну, тут, мне кажется, они очень большие, тут у них территория крутая такая слишком. Блин, Андрей, да, мне кажется, нам надо положить где-нибудь вот здесь вот реально всем вместе, прикинь. Чисто такой этот... Ну, это где похож на Гроу-стрит, да, только богатый. 3 миллиона стоит. Кстати, блин, ну, за такой дом, мне кажется, многовато. Многовато? Ну да. В смысле? Блин, 3 ляма, это а очень много. А вот этот 8 лямов стоит. Подожди, а вот этот соседний? О, вот этот вот, подожди, вот прямо тут, угловой, тут блин. Панда? Нифига, слышишь? У кого-то дом даже с заездом. 10 миллионов, бля! Так вот, слышишь, тут дом вот этот, который я сырел, 3 миллиона продается, 3! Почему он так дешево стоит, если другие продаются дороже? Кофе, я, кажется, решил, давай вот этот за 3 300. Ну, его хочешь, да, получается? Ну, в принципе, да, у него много гаражных мест, а бассейн не так уж и важен. Если вдруг что, на чужом участке поплавать можно. Знаешь, Олег, как говорится, аппетит приходит во время еды, блядь. Сколько осталось после покупки Е-класса? Окей, так, хорошо. Так, я ему должен перевести 2 350 000. Ладно, перейду 2 400 000. Раз, два, три. Все. Так, ну смотри, тачку купили. Дом купили? Так, ну все, покупай тогда домик. Покупай дом, давай, дом, покупай дом. Покупай домик, покупай дом. А, да. У тебя время заканчивается. Так, ну что, слушай, Андрей. Так, а покажи, что внутри, впусти хотя бы там в гости, чайком угости. Слушай, Андрей, ну прикинь, как круто вообще. Смотри, просто у подписчика сегодня появилась и крутая тачка, и крутой дом. Ты представляешь, так, как он купил? Круто. А, да, все, Олег, это его дом, Олег Пиков. Все, да, покажи, стой. Да, все, владелец Олег Пиков, вообще отлично. Позвонили в дверечку, давай, все, заходим внутрь. Позвонили. Позвонили. Заходим. Все, войти.
Так и... О! 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 Так, а что, куда интерьер? Знаешь, такой дом как будто прокуренный, или? Да-да-да-да-да-да-да! Знаешь, внешне он выглядел намного лучше, чем внутри. Я реально думал, что внутри будет гораздо лучше. Ну, хотя бы... Ну, хотя бы теперь у него есть... Это лучше, чем ничего, да. Ну... Да, да. А подожди, а это что такое? А, это типа гардероб у него? Так, ну что, поехали тогда дальше, что еще хочешь? Да, последний, это какой-то вот вертолет. В принципе, там, не знаю, пару миллионов на топливо. Пару миллионов на топливо? Ни хрена, я же тебе говорю, Олег, знаешь, аппетит приходит во время еды, как говорится, он все больше наглеет. Да-да-да-да-да-да-да! Знаешь. А поначалу такой скромный был. Да-да-да-да-да-да-да! Как вертолет самый простенький. Пару миллионов! Пару миллионов! Так, а может быть что-то еще? Слушай, смотри, такой вариант, смотри, у меня же есть самолет, да? Вот, никогда не вообще летал на самолете. Вот, давай, короче. Смотри, мы тебе предложим уникальный маршрут. Смотри, ты паришь в воздухе сначала, вылетаешь от аэропорта Тревора, ты летаешь и приземляешься прямо на военную базу. И после этого у тебя просто приключения, просто лучшие, просто незабываемые положительные эмоции, и время в обезьяннике тебя обеспечит. Короче, садись по-моему, тачку. Примерно с того видео я у кофе и начал смотреть. Короче, смотри, давай садись тачку, поехали сейчас, дадим тебе самолет, полетаешь. Все, короче, Андрюх, смотри, все, я ему даю сейчас свой самолет, я надеюсь, что он его не разобьет, что все будет более-менее адекватно. Так, вон самолет, погнали за нами. А, у него, у тебя нет лицензии пилота? Нет. Ты не можешь лететь? А, даже ты прям взлететь даже не можешь? Не, ну по идее что-то смогу, погодите. Ну давай попробуем, не знаю. Ну 40 километров в час. Ну нормально, так взлетим тоже, наверное. Смотришь, мы потихоньку отрываемся от земли вроде как. Смотри. Мы, кстати, летим вроде бы. Вроде летим. Не, Олег, ну там буквально один маленький холмик, и нам пизда. Слушай, кстати, я не знал, что у меня в самолете здесь так круто внутри. Типа, именно если быть пассажиром, то вообще балдежно, смотри. Олег, нормально? Какая разница, что мы на машине ехали, что на самолете катались? Давай сейчас Олег сядет за штурвал, он, короче, тебе это нормально про это. Да, мы тебе устроим незабываемую просто, полет просто. Олег, давай еще раз на военку. Давай. Чтобы нахуй всех упаковал. Давай. Давайте не на военную базу. Да, мы не на военную. Так, все. Мы просто сейчас над штатом полетаем, чтобы ты увидел весь... Ну да, сейчас. Чтобы ты весь мир увидел. А у тебя, Олег, закрыта? У тебя закрыта дверь? А, все, закрылась. Все, Олег, полетели на военную базу. Давай. Так, потихоньку разгоняемся сейчас. Скорость пока разгоняем. У тебя больше, чем 40 километров в час, да? Мы 100 уже едем. Все, Олег, поднимай. Поднимай птичку, Олег. Давай, шасси убирай на G, все. Все, полетели. Давай, устраиваем просто подписчику, не забываем и сегодня день, понимаешь? Сейчас, погодите, ты никуда не смотри, меня и пугай. Да ничего не будет, все нормально будет. Все будет нормально, что ты переживаешь? Мы погрузимся в воду, как я, если не ошибаюсь. Нет, ты что? Нет. Даже мысли не было об этом. Чувак, ты получил бонус экскурсию. Татуировку Андрея. Оля, красава! Нормально, да? Там никого не стошнило, я надеюсь. Пацаны, нормально все у вас? Все пристегнулись? Да, вы, кстати, присоединись, пожалуйста, на всякий случай, а то всякое может произойти. А, чехвоеночка! Если голова кружится, пусть скажите, пожалуйста. Смотрите, как здесь красиво, просто поверните голову налево. Посмотрите, как там красиво. А кто стреляет? Направо не надо смотреть. Олег, давай, приземляемся. Давай. Куда военная база? Я не понял. Это бонус. Сейчас еще в честь тебя здесь салют запустят праздничный. А где все? Меня тогда посадили. О, Олег военный, Олег военный. 140 минут. Олег, вон сзади военный. Слушай, кофе, можешь тут все взлететь? Да, сейчас. Развернемся только. Товарищ офицер, здравствуйте, вас подвезти может? Ну, я тебе в этот раз, это, знаешь, здесь все поспокойнее, давай полетели. Ну, здесь никого нету, а где все вообще? Да. Ну, чувака можно сбить зад. Ну а чё он стоит бездействует, а? Реально, бля, такое вторжение, блядь, он стоит бездействует. Ладно, куда тебя доставить? 24 часа просто закончились, Олег, вот, поэтому нам нужно доставить тебя домой, наверное, нет? Давай его просто реально туда докинем просто и всё. А чё он молчит, кстати, ничего не говорит? О, да, хороший был, конечно, полёт, вот. К сожалению, друзья, чил, которого мы сегодня делали, сегодня вот такой вот замечательный день. К сожалению, он просто вышел из игры, я не знаю, что у него там случилось, да, но он нас предупреждал, что у него заканчивается время, что ему скоро уходить. Вот, жалко, конечно, что он не попрощался с нами, это, конечно, очень сильно расстроило нас. Но ничего страшного, друзья, в любом случае, мы сделали его сегодня день, и надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите, чтобы мы делали такое почаще,
И у вас, конечно же, у всех есть такая возможность спокойно поучаствовать в этом. Просто играйте на сервере, где мы играем с Андреем. Это первый сервер от мира. Все ссылочки, если что, в описании, как VIP. Вот, также не забывайте пользоваться нашими промокодами, которые находятся также в описании под роликами. Заходите на сервер, нажимаете F2, далее переходите во вкладку реферальная система. И здесь вводите будь здоров промокод кофе, либо PL-NN. Алекс, смотри, мы с тобой за руки держимся, Алекс. Ой, да, пишите вообще, как вам такая идея, потому что реально такое можно делать гораздо чаще. Вот, и, соответственно, у каждого, еще раз повторюсь, ребята, из вас есть возможность спокойно поучаствовать в этом. Просто ищите нас, просто ждите, и обязательно что-то получится, это 100%. Ну что ж, на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе и Андрюша Индифай. Не забывайте подписываться на наш канал, все призывочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока. Всем пока.